Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую всех на онлайн-площадке пресс-центра информационного агентства России ТАСС. Прямо сейчас начинаем пресс-конференцию, посвященную 10-летнему юбилею домена .рф, который мы отмечаем в этом году. Подведем итоги юбилейного года, а также пресс-конференция наша посвящена также году существования проекта «Поддерживаю .рф». Напомню, этот проект развития инфраструктуры кириллических доменов и почты. Наше мероприятие также проходит в онлайне, и коллеги-журналисты могут смотреть нашу трансляцию, а также задавать вопросы в специально созданном чате, я обязательно их озвучу позже. И сегодня мы поговорим, насколько востребован домен РФ на пространстве Рунета, каковы перспективы кириллической зоны РФ и с какими проблемами сталкиваются доменные имена, содержащие символы национальных алфавитов. Эти и другие вопросы я адресую нашим экспертам, нашим уважаемым спикерам. Позвольте с удовольствием вам представить участников пресс-конференции. Итак, с нами на онлайн-связи директор Координационного центра национальных доменов ru.рф Андрей Воробьев. Также директор... Добрый день, Андрей, приветствуем. С нами на связи также директор Российской ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко. Сергей, добрый день, приветствую. Добрый день, добрый. Да. Представляю также вам председателя исполнительного комитета Ассоциации документальной электросвязи Александр Иванюк. С нами на связи. Александр, приветствуем. Также приветствуем исполнительного директора хостинг-провайдера, регистратора доменов rec.ru Светлана Лиенко. Светлана, приветствую, добрый день. Добрый день всем. С нами на связи главный редактор интернет-портала Грамота.ру Владимир Пахомов. Владимир, приветствую, рада видеть. Здравствуйте. И также принимает участие в нашей пресс-конференции проректор по международной деятельности, связям с общественностью Московского технического университета связи и информатики Андрей Муханов. Андрей Юрьевич, также вас приветствую. Добрый день. Ну что же, коллеги, давайте начнем. Итак, создание домена РФ было прежде всего задумывалось как такой символ значимости русского языка и кириллицы в мире. Вот насколько это удалось за то десятилетие, да, существования этого домена, хочу вот этот вопрос адресовать первому нашему спикеру Андрею Воробьеву. Вот, Андрей, скажите, какие достижения можно отметить за это десятилетие, вот, подводя итоги этого юбилейного года, ну а какие, скажем так, есть еще точки роста, развития, какие задачи еще предстоит нам решить вот в части популяризации кириллицы на интернет-пространстве? Виктория, спасибо за вопрос, он действительно очень такой многогранный, и можно уже подводить итоги десятилетия смело, потому что 12 мая мы отмечали юбилей, день рождения, появление домена РФ в системе интернет-адресации на корневых серверах, но это еще не была точка, скажем так, старта открытой регистрации. Открытая регистрация состоялась в ноябре 2010 года, и вот всегда у нас 11 декабря – это такая дата, когда мы можем посмотреть, как много доменов освобождается, поскольку это вот очередной срок освобождения доменов, которые были зарегистрированы на волне ажиотажа. Вот десятилетие показало, что в этом году, 11 декабря, вообще никак не сказалось. То есть, если раньше мы всегда говорили, вот, доменная зона просела 11 декабря, потому что кто-то отказался от части на волне ажиотажа зарегистрированных доменов, так и не поняв, как их можно использовать. Нет больше таких доменов, нет больше этой синусоиды. Количество доменов 11 декабря даже немножечко приросло. Это на самом деле основной тренд именно востребованности доменов РФ. А о тех задачах, которые стоят по развитию, скажем так, домена, по преодолению сдерживающих факторов, это в первую очередь проблема универсального принятия доменов, записанных иными символами, кроме как традиционными латинскими, и самое главное, адресов электронной почты. Этому и был посвящен практически весь наш год. Я сейчас запущу презентацию, демонстрацию экрана, и покажу, собственно говоря, как это все у нас было, что мы сделали за это время и чего предстоит сделать. Это, я думаю, еще и наши спикеры сегодняшние расскажут. Ну вот 12 мая вместе с РАЭКом и с РАЦИТом мы провели очень большой, целый день шел праздничный марафон, начиная от официальных мероприятий, это был брифинг в ТАСС, и там у нас присутствовали представители государства. Глава Роспечати, в частности, сделал очень интересный доклад с аналитикой, содержащий данные об использовании
кириллицы в интернете, кириллицы именно как основа для контента. Много говорили и о кириллической интернет-адресации. Был отдельный круглый стол, специальные лекции, старт очень большого проекта «Цифровой диктант». Сегодня мы про это тоже еще поговорим. И, конечно же, концерт, куда без него. В пандемию мы все, хоть и были ограничены, даже тогда не выходили из дома без надобности, тем не менее смогли пообщаться на онлайн-площадке юбилея. Был запущен специальный портал 10kc.rf, посвященный юбилею домена, и, собственно, он актуализируется каждый день. Это останется, он и на будущее будет работать как источник основных данных о истории создания доменного имени, о его развитии, о тех мероприятиях, которые проводились в течение года. И это не только праздничные мероприятия, даже больше скажу, это не столько праздничные мероприятия, сколько мероприятия, направленные на образование, на просветительскую деятельность среди разработчиков наших, среди пользователей, чтобы они понимали, как решать проблему универсального принятия и, соответственно, снимать все барьеры на пути дальнейшего развития кириллического домена РФ. Цифровой диктант, их было целых два в этом году. Один глобальный, который уже не первый год проводится РАЦИТом и при поддержке Координационного центра. Вот мы специально запустили несколько вопросов в него, которые были посвящены интернет-адресации. Оказалось, что как раз вопросы, связанные с количеством символов в доменных именах, с порядком их регистрации, вызывает большое количество сложностей у пользователей. И в связи с этим мы уже летом, в июне, провели отдельный самостоятельный цифровой диктант, именно посвященный юбилею домена РФ. И все те проблемы, которые мы, собственно говоря, увидели, мы над ними очень плотно работали в течение всего юбилейного года. Еще один замечательный слайд – это фотографии с рифа. Риф в этом году проводился в другом формате, в городе, in the city. И, соответственно, мы награждали десятку в год десятилетия домена лучших регистраторов доменных имен, которые внесли самый большой вклад в развитие домена за все это десятилетие. Собственно, наши благодарности, благодарности пользователей. Слава богу, что такая возможность была. Это была редкая возможность офлайновой встречи и, соответственно, пообщаться, поблагодарить и наградить самых достойных. Вот премия Рунета, она уже в более гибридном формате проходила, тем не менее лауреаты получали свои статуэтки. В этом году они были специальные, об этом, я думаю, еще Сергей немножко расскажет. 5 статуэток, которые увенчаны двухбуквенным обозначением домена РФ. Не .ru привычный уже за все эти 17 лет, это уже была 17-я церемония вручения премии с 2004 года. Впервые вручалась премия в год десятилетия домена РУ, а вот сейчас, в год десятилетия домена РФ, в церемонии премии произошли такие небольшие изменения, как появление новых статуэток. И мы в оргкомитете считаем, что нужно эту традицию сохранить, номинацию сделать, наверное, постоянной, ну или, по крайней мере, периодически появляющейся, чтобы отмечать заслуги тех организаций, которые помогают развиваться кириллическому домену. Ну и, конечно, была специальная номинация тоже в традиционном нашем с РАЭКом конкурсе «Тот журналистика». Конкурс, который помогает нам собрать пул профессионально пишущих о системе адресации в интернете журналистов. Могу сказать, что одним из лауреатов этого конкурса стала ваша коллега из ТАСС. И мы поздравляем. ТАСС вообще очень много внимания уделяет вопросам именно интернет-адресации, развитию национальных доменных имен, что не может не радовать. Так держать. Еще один слайд, о котором тоже много говорить не буду, но это достижение наше совместное с крупнейшим вузом, который готовит специалистов для нашей отрасли, МТУСИ. Будет проректор еще впереди выступать. Был создан типовой отечественный модуль изучения интернет-технологий. Программа, которая теперь будет масштабирована. Я думаю, что скоро появятся и другие образовательные модули. Но вот это был первый, и в нем именно в этом году, в год десятилетия домена РФ, появился раздел, посвященный IDN-доменам, доменам записанных символов национальных алфавитов, с практическими занятиями. И, соответственно, первые магистерские диссертации на кафедре ADEF MTUSI были защищены, которые были посвящены как раз теме универсального принятия IDN-доменов. Важный проект «Поддерживаю РФ» мы тоже запустили в этом году. Он направлен в первую очередь на техническое сообщество, на разработчиков, на тех, кто создает уникальные сервисы в интернете, для того, чтобы они, с одной стороны, получили информацию о том, как правильно работать с IDN-доменами, что их нужно поддерживать, почему их нужно поддерживать, ну и, соответственно, как это делать.
Могу сказать, что очень много исследований мы проводили в этом году. И вот одно из них, которые итоги еще только будут подведены, может быть, к конференции «Итоги года» мы уже обработаем точно их. Но вот мы исследовали 371 ресурс, которые в течение всего этого года пилотные, являются в пилотном проекте, как социально значимые, доступ к которым провайдеры должны предоставлять бесплатно. Вот только 4 ресурса из 371 полностью поддерживают технологию универсального принятия. У всех остальных есть те или иные проблемы. Ну, углубляться не буду. Я думаю, что это достойное исследование отдельной какого-то рассказа, отдельной презентации. Может быть, мы успеем его сделать в рамках итогов года, когда уже будем подводить итоги всего года в интернете, а не только десятилетия кириллицы. Мы рады, что нам в этом году удалось запартнериться с ведущими проектами, где молодые технари, молодые программисты соревнуются, достигают высот. Это и цифровой прорыв, и летняя школа CTF. Это, ну, в этом году цифровой прорыв вообще вывели в какой-то такой просто мегапроект всероссийского масштаба. Пандемия здесь даже, на мой взгляд, сыграла в плюс, потому что она помогла, наверное, подключаться в гибридном формате большему количеству участников работать в этом проекте. Множество хакатонов, где действительно одной из задач было решение проблемы универсального принятия. И часть тех решений, которые предлагались участниками этих хакатонов, они заслуживают внимания большого и уже успешной реализации и имплементации в существующие проекты и сервисы. Для технарей мы провели 2 тренинга по внедрению поддержки интернационализированных адресов почтовых и, соответственно, доменных имен для Java-разработчиков. Не за горами 3-й семинар, уже буквально в январе мы начнем год, хоть это уже будет и не юбилейный год, следующий год будет юбилейным для самого координационного центра, нам исполнится в июле 20 лет. Но, тем не менее, мы тему универсального принятия со счетов не сбрасываем и будем продолжать активно работать в этом направлении и в следующем году. Отдельная программа — это IDN Bug Bounty, краткий курс обучения технологиям универсального принятия, а самое главное дальше — тестирование сервисов, продуктов и возможность заработать на этом тестировании. То есть те, кто выявляют наибольшее количество каких-то багов, связанных с IDN, с Universal Acceptance, они получат определенную премию от нас, координационного центра доменов. Ну, я сказал про одно из исследований, это было наше собственное, но, естественно, у нас очень много партнерских исследований, в частности, РАЦИТ проводил исследование интересное о желании иметь email-адрес на русском языке, на родном, и с ним работать. Вот достаточно интересные результаты. 60% пользователей младше 18 лет, это как раз будущее интернета, говорят о том, что они хотели бы работать именно с кириллическими адресами электронной почты. Очень хороший показатель, несмотря на то, что проблема универсального принятия, в общем-то, не решена до конца. Ну и другие опросы, в частности, опрос с группой UISG, это рабочая группа, созданная при корпорации ICANN, которая занимается решением проблем универсального принятия именно на глобальном уровне. Собственно, мы интегрировались туда, и результаты есть на слайде, не буду сейчас озвучивать, чтобы экономить время и чтобы другие наши участники тоже успели рассказать. Цикл статей вышел очень интересных, тоже на портале РАЦИТ, который занимается защитой интересов интернет-пользователей. Есть все эти материалы, то есть интернет-пользователи тоже должны знать, разбираться в нюансах работы IDN-доменов, и для них специально этот цикл статей был опубликован в течение всего года. Отдельное спасибо нашим партнерам проекта «Поддерживаю РФ». Вот все они перечислены на экране. Без их активного участия, без их публикаций мы бы не могли достучаться, что называется, до умов и сердец и пользователей, и разработчиков. Мы специально выбрали партнеров разных, очень много именно профессиональных, которых читают наши программисты, руководители проектов. И, соответственно, через информационных партнеров проекта, я думаю, что вот то количество публикаций сдвинуло это решение этой проблемы с мертвой точки. Ну и буквально несколько цифр. Ну, 723, на самом деле, сегодня обновленные данные уже, 723 тысячи зарегистрированных доменных имен, 120 европейских национальных доменов. И самый важный момент — это 92% делегированных доменов. Это как раз отвечая на ваш вопрос о том, как используются домены РФ,
они используются очень-очень активно. Европейские доменные зоны, которые вот в районе 90% насчитывают число делегированных имен, считается, что это очень успешное использование. То есть это значит, что домены не просто про запас зарегистрированы, не просто в портфолио доменных инвесторов находятся, а действительно работают. И цифра 92% использования – это очень и очень хороший показатель. Ну и немножко про другие кириллические домены. Понятно, что РФ флагман, что мы не случайно запустили свою региональную группу для постсоветского пространства по решению проблемы универсального принятия. 17 кириллических доменов верхнего уровня существует всего, да, и 4 из них это как раз российские домены. Ну, помимо РФ это «Дети», «Рус» и «Москва». Все достаточно успешные, может быть, у детей количество не такое большое, да, потому что это очень специализированная доменная зона. Но вот Москва и Рус, по сравнению даже с другими UGTLD, не кириллическими, а обычными, по статистике на очень хорошем счету находятся и тоже востребованы среди пользователей. Ну, на этом спасибо большое. Очень хочется, чтобы наши партнеры сегодня тоже рассказали и свой взгляд на решение проблемы универсального принятия, и на будущее домены РФ тоже высказали. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей. Вот действительно, мы увидели, какое изобилие мероприятий проходило в юбилейный год. Действительно, есть достижения, которыми мы можем поистине гордиться. И в этом году, я так знаю, что очень многое количество мероприятий было проведено совместно с РАЭК, с Российской ассоциацией электронных коммуникаций. В этой связи хочу предоставить и передать слово Сергею Плуготаренко. Сергей, что-то я сегодня вас никак не могу выговорить. Сергей, вам слово. Действительно, как был, насколько был насыщенный юбилейный год для вас и чем мы можем гордиться на просторах Рунета? Да, спасибо большое. Наверное, для того, чтобы моя фамилия легче произносилась, почаще нужно встречаться в офлайне и видеть друг друга вживую. Но, тем не менее, спасибо цифре, что мы можем и вот так общаться. Андрей сделал прекрасный доклад и, честно говоря, рассказал очень много из того, что я хотел рассказать. Поэтому я буду повторять кое-что из того, что он уже показал, может быть, немного с другими картинками. Но у меня сильно сокращается таким образом ответственность, которая лежит на мне. И я буду более эмоционален, если позволите. Обычно РАЭК очень много показывает цифр. В данном случае я буду показывать больше картинок и эмоций, раз уж так у нас распределились обязанности. На самом деле мы очень активно интегрировались в поддержку юбилейных мероприятий, потому что я считаю, что подобные события, подобные проекты, они вообще украшают Рунет, российский интернет, российскую цифровую экономику, потому что у нас есть свои собственные игроки по всем направлениям. И дополнительные инфоповоды, связанные с тем, что у России есть еще что-то свое, что отличает ее от других стран, либо позволяет ей быть на одном уровне, это очень крутой инфоповод. Более того, 2020 год показал, что таких поводов должно быть сильно больше, и радости должно быть больше. И очень круто, что есть чем гордиться. Ну, начну с себя, собственно, Сергей Плуготаренко. Я представляю Российскую ассоциацию электронных коммуникаций. Мы очень любим домен РФ. На протяжении 10 лет фактически занимаемся его поддержкой, популяризацией, развитием. 2020 год был особенно насыщенным. И здесь большое спасибо, конечно, всем партнерам, в первую очередь, Координационному центру за то, что не только придумали подобный проект, но и позволили в него интегрироваться. Очень много происходило с мая, когда мы дали старт 10-летию домена РФ, вплоть до последних декабрьских событий, премия Рунета, в сентябре РИФ удалось провести в офлайне, цифровой диктант и так далее. Чуть-чуть по порядку обо всем об этом. Кстати, очень хороший сайт, действительно, у КЦ, где все представлено, и календарь событий, и все основные вехи развития самого домена. Как сказал Андрей уже, мы начали с 12 мая. Фактически в этот день мы отметили старт юбилейных мероприятий, а у нас большой опыт проведения подобных проектов, когда в течение всего года мы думаем о том, что сделать нового и какие уже существующие проекты пристыковать в хорошем смысле этого слова к празднованию. Вот так было и с десятилетием домена РФ, и мы прошли через этот год, мне кажется, достаточно интересно. Но вообще 12 мая, почему все случилось 12 мая? Потому что день-то этот, он особенный, да, именно тогда был важный день в истории Рунета, 10 лет назад появился домен .рф, и 12 мая мы провели интересные мероприятия, которые, ну, мне кажется, захлестнули Рунет на тот момент. Это были и пресс-брифинг, про который сказал Андрей,
и аналитика, и квиз для пользователей, и даже действительно концерт вечерний. Мне кажется, было интересно и круто. Но доменной индустрии был посвящен, как я уже сказал, не один день. Мы стартовали, и здесь подспорьем великим стал наш проект Reef Online. Сразу с мая стартовали серию мероприятий, которые закончились только в сентябре. И это были достаточно интересные интеграции, где представители координационного центра, доменной индустрии, просто аналитики достаточно много создали интересного, познавательного, профессионального контента. Весь он доступен, в этом прелесть цифровых форматов, в интернете. Его можно активно посмотреть, изучить, почитать. Это были и пресс-конференции, и мастер-классы, и интервью. И везде тема домена РФ, конечно, проходила красной нитью, потому что весь год юбилейный. И было очень удобно, как я уже сказал, пристыковывать многие-многие события к этому мероприятию. Далее был действительно цифровой диктант, и Андрей о нем подробно уже рассказал. В цифровом диктанте мы постарались опросить пользователей не только о том, каким образом они осознают, что домен РФ есть, как им пользоваться, существуют ли какие-то проблемы. Мы посвятили его еще на два смысла, разделили на два смысловых блока. Первый был посвящен вообще интернационализированным доменным именам и электронной почте, а второй непосредственно связан с доменной РФ. Достаточно интересные результаты, тоже не буду на них останавливаться подробно, их много представлено на сайте. И вот в конце концов в сентябре мы таки смогли, дождались и стартовали в офлайне большое мероприятие, на котором домену РФ тоже было посвящено много, очень внимательнее. Это российский интернет-форум, впервые который за 24 года прошел в Москве и в чуть уменьшенном формате, но все-таки прошел. Это было крутейшее событие, достаточно много интересных интеграций, аналитики. Мы для себя сделали массу интересных выводов относительно вообще перспектив развития российского интернета, тех самых национальных лидеров и национальных проектов, которые красят Рунет. Ну, к примеру, мы сделали достаточно серьезные выводы относительно того, каким образом должна развиваться цифровая экономика, кто ее может поддерживать, что ей может мешать. Подискутировали на тему того, правда ли, что России имеет смысл присмотреться к восточному пути развития? В качестве примера взяли такие страны, как Индия, Малайзия, Южная Корея, и посмотрели на то, как экосистемы цифровые развиваются у них. В общем, это был достаточно серьезный риф, и многие положения, которые мы обсуждали там, в том числе инфраструктурные вопросы, вошли в итоговую резолюцию, которую, собственно, мы всем направили, и органы госвласти ее так или иначе сейчас анализируют. В декабре у нас была премия Рунета, и Андрей тоже сказал, что вот помимо нашей традиционной статуэтки .ru, которая была придумана в 2004 году, когда Рунету было 10 лет, именно в этом году мы запустили новую статуэтку. Вот так она выглядит, если на нее смотреть по-человечески, сквозь объектив фотоаппарата, а так, если повернуть. То есть это статуэтка .rf, и уже тем самым мы достаточно сильно шокировали в хорошем смысле этого слова интернет-общественность, потому что впервые за 17 лет статуэтка стала такой. Церемония была тоже в офлайне, но это была, скажем так, больше студия, в которой писались лауреаты, но при этом достаточно серьезные были участники. И вот как раз-таки держатели статуэтки РФ, уникальные, которая, ну, вот она просто такая, такой больше пока нет, они вот представлены на этом фото. Видите, на дипломе еще .ru, а в руках уже .rf. Вот, весь год вообще необычный, и поэтому, конечно, мы достаточно интересно его эксплуатировали с точки зрения новых форматов, которые можно потестировать. Также у нас был цифровой прорыв, который тоже стартовал весной, закончился вот буквально на днях, на прошлой неделе, мощнейшим гранд-финалом. Вообще нам удается делать офлайновые мероприятия, несмотря на то, что год как бы не предполагает их, с соблюдением, конечно, всех норм. И это очень важно, потому что отрасли, как мы поняли, несмотря на то, что мы все цифровые, очень любим онлайн, дистант отрасли очень нужно встречаться. И такие моменты встреч, моменты офлайновых, кулуарных общений, они очень сильно продвигают нас вперед. Но КЦ выступил кейс-содержателем в рамках второго онлайн-хакатона, это было еще летом, как раз-таки представив кейс по разработке приложения, которое способно корректно принимать, проверять, хранить, обрабатывать, отображать кириллические доменные имена и почтовые адреса. Мы были рады интеграции подобного решения в цифровой прорыв, подвели его итоги.
И Андрей тоже уже об этом сказал, конкурс «Дот-журналистика» завершился буквально на днях, и там тоже была спецноминация, посвященная .рф и связанным вопросам. Но вообще мы очень любим домен РФ, надо сказать. Почему? Потому что он простой, лаконичный и узнаваемый, потому что это уникальная фишка России, потому что в нем есть свободные адреса на сегодняшний момент. У него очень привычное звучание, написание слов и фраз. Сами вот эти вот домены мы используем постоянно. Цифровая грамотность РФ, экономика Рунет РФ, цифровой прорыв РФ, цифровой диктант РФ. Фактически, мне кажется, мы являемся монополистами по всем словам, которые содержат слово цифровой, по всем доменам. И даже РАЭК РФ работает тоже. Правда, и об этом тоже мы много говорим, когда говорим про универсальное приоритет, должны существовать правила, по которым это не просто редирект, а это полноценный сервер. Но в любом случае эти вопросы надо обсуждать и решать. И я в любом случае поздравляю все наше сообщество, Координационный центр домена РФ с тем, что мы смогли в этом году провести подобные мероприятия, несмотря на все сложности и ограничения. У меня еще много аналитики, которая идет довеском к этой презентации. Я просто прорекламирую адрес, который созвучен с моей фамилией. Вот там можно посмотреть, поискать любые дополнительные материалы. Я очень верю в то, что домен РФ юбилейным годом свое влияние на отрасль не ограничит. Очень надеюсь на поддержку со стороны отрасли. А отрасль уже начинает понимать, и исследования это показывают, что домен – это не просто какая-то непонятная субстанция, это вполне бизнесовый, маркетингово ориентированный, хороший с точки зрения пиара инструмент для ведения бизнеса или развития своих сервисов. Я очень надеюсь, что государство не снимет наблюдение, контроль и помощь этому домену, с которого, собственно, все стартовало, когда первыми доменами были как раз-таки те, которые относились к органам госвласти. И я очень надеюсь, что Россия спустя много лет сможет говорить о том, что помимо там собственной поисковой системы, собственного экосистемы цифрового контура, у нас есть еще и домен, который достаточно успешен, которым любят пользоваться внутри и бизнес, и государство, и пользователи. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей. Итак, вот мне очень приятно, что вот вы упомянули как раз одно из самых знаковых событий года, да, это премия Рунет, и мне очень приятно, что у нас в пресс-конференции принимают участие победители этой премии. Вот у нас на связи с нами Владимир Пахомов, он сегодня представляет Институт русского языка имени Виноградова РАН, и получил награду в спецноминации «Десятилетие домена .рф» плюс универсальное принятие на национальной премии Рунета. Владимир, вот более подробно расскажите о своем проекте «Орфографический и академический ресурс Академус» и очень интересно ваше экспертное такое видение, да, решение вот той самой проблемы универсального принятия, да, которая существует в Рунете относительно доменов с использованием алфавита национальных национального алфавита. Спасибо. Большое спасибо коллегам, что ценят проекты, которые связаны с русским языком, которые направлены на популяризацию русского языка и распространение знаний о нем. Действительно, я сегодня в нашем мероприятии представляю Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Но, кроме того, я еще имею прямое отношение к порталу Грамоты.ру, который 5 раз получал премию Рунета. И это очень здорово. Спасибо коллегам. А Институт русского языка действительно получил в этом году премию за орфографический академический ресурс «Академос». Это электронная база данных академического орфографического словаря, самая полная на сегодняшний день. Это официальная публикация Института русского языка, то есть это хоть и электронный словарь, но имеет точно такой же вес, точно такой же авторитет, как и бумажный, печатный орфографический словарь. Мы привыкли, что к электронным словарям доверие чуть меньше, чем к печатным словарям, но вот этот словарь, он имеет такой же вес. У него очень простой адрес, и я всем рекомендую его записать, запомнить. orfa.ruslang.ru. Ruslang.ru – это сайт Института русского языка РАН. И префикс orfa.ruslang.ru. И по этому адресу этот ресурс и находится. Мы знаем, что есть у нас печатные орфографические словари, в том числе русский орфографический словарь РАН, 5-е издание, 2018 год, а это продолжение работы лингвистов над этой базой. Елена Веленовна Бешенкова и Ольга Евгеньевна Иванова
научные сотрудники отдела культуры русской речи Института русского языка РАН над ней трудятся со стороны лингвистического сообщества. И что в ней очень ценное, что в ней очень классное. В нее регулярно добавляются слова, которые появляются в русском языке, которые есть очень большой запрос у всех, кто пишет по-русски, как их правильно писать. И эти все дополнения помечаются в этой базе. Дополнение 2019 года, дополнение 2020 года. И вот, например, можно найти здесь такие слова, как кэшбэк, и в скобочках будет указано, что это добавление 2020 года. То есть мы теперь уже точно можем сказать, как правильно писать слово кэшбэк, и это официальная рекомендация Института русского языка РАН. Мы можем сказать, что писать его надо слитно, с буквы «Е» в первой части и с буквы «Э» во второй части. Хотя произносим одинаково. Почему так? Потому что вот эта вот часть «бэк», она передается в разных словах по-разному, но чаще передается с буквы «э». В каких-то более старых заимствованиях она передается с буквы «е», если вы знаете такое слово «halfback», ну, то есть полузащитник в футболе. Вот он пишется с буквы «е». Более старое заимствование. А более новые заимствования, типа «background», «backoffice», «hatchback», «flashback» и все подобные пишутся с буквы «э». И вот «cashback» тоже пишется с буквы «э». То есть, видите, это такая большая, серьезная научная работа. Рекомендации даны не просто так. Вот здесь давайте «е» напишем, здесь «э», а с опорой на, во-первых, изучение теории русского письма, с опорой на те закономерности, которые есть в русском письме, и с опорой на так называемые орфографические прецеденты. То есть более старые заимствованные слова влияют на новые заимствования. Лингвисты следят за тем, что происходит в современном русском языке. Лингвисты наблюдают за новыми словами и регулярно вносят новые слова в базу данных академического орфографического словаря. И очень приятно, что вот эта работа получила в этом году такую высокую оценку, потому что действительно очень много разных сайтов в интернете, где можно найти разные словарные базы данных, но они неравнозначны по степени достоверности, потому что где-то это просто какие-то компиляции, непонятно откуда взятые и непонятно кем составленные. И здесь мы выходим на такую более общую дискуссию о том, что у нас сейчас колоссальное количество информации на нас сваливается, и очень трудно отличить достоверную информацию от фейковой. Но, к счастью, есть у нас такие авторитетные, надежные ресурсы, которые предоставляют пользователям интернета, пользователям Рунета надежную информацию. И вот если мы говорим о базе данных академического орфографического словаря, то это вот как раз этот самый ресурс «Академос», Института русского языка Российской академии наук. Поэтому всячески его рекламирую и предлагаю к нему обращаться. Если у вас есть вопросы, как писать слова, в том числе недавно заимствованные русским языком, то туда самая прямая дорога. Ну и на грамоте тоже можно эти слова проверять, потому что база, в общем, одна и та же, просто сначала эти слова появляются в базе данных на сайте Института русского языка, а потом через какое-то время на грамоте эта база синхронизируется, поэтому, в общем, эти рекомендации одни и те же. Мне кажется, очень здорово, что у нас развивается кириллическая зона .рф, и вообще, ведь недавно, я вот напомню о том исследовании, которое недавно провели лингвисты другого института русского языка, Государственного института русского языка имени Пушкина, и в ТАСС представляли как раз совсем недавно результаты этого исследования, согласно которому по числу сайтов в всемирной сети, по числу сайтов в интернете, русский язык находится на втором месте после английского. То есть вот на русском языке очень много ресурсов, и число пользователей интернета, говорящих по-русски, очень велико, и очень здорово, что развивается и наш национальный домен кириллический.рф. Пусть таких сайтов будет еще больше, и с таким доменом пусть их будет еще больше.
Спасибо, спасибо большое за внимание. Спасибо огромное, Владимир. Да, вот как раз вы предвосхитили, уже ответили на мой такой дополнительный вопрос. Все-таки я думала, как же будут вот сочетаться и работать вместе ваши детище грамота.ру и Академос, новый сайт. Но вот вы как раз пояснили, поэтому для нас, вот журналистов, ведущих, на самом деле это большое-большое достижение, да, иметь такой интернет-ресурс, к которому можно обратиться и узнать, как правильно произнести новое слово, только что заимствованное, которое уже вошло в нас, в наш русский язык, потому что в нашей среде мы всегда спорим, вот какое ударение поставить, как написать, поэтому за это тоже от сообщества, да, журналистского огромное-огромное спасибо. Ну что же, еще приятно также, что с нами на связи действительно представители крупнейшего вуза, который готовит специалистов для IT-отрасли, также победители в премии Рунета. С нами на связи Андрей Муханов, проректор по международной деятельности и связям с общественностью M2C, да, который тоже получил награду специальной номинации «Десятилетие домена .рф. Универсальное принятие». Андрей Юрьевич, вам слово. Безусловно, ваш вуз готовит как раз тех самых молодых специалистов, за которыми будущее и развитие, в том числе кириллической зоны РФ. Вот расскажите о своих достижениях, о том, за что получили премию в этом году, за что были отмечены и каким образом... Вот опять же, вы в своем обучении, да, студентов решаете вот эту проблему универсального принятия и развития русского языка на интернет-пространстве. Так, Андрей Юрьевич, мы вас не слышим. Включите, пожалуйста, микрофон на вашем устройстве. А, я, да, прошу прощения. Отлично, сейчас, да. Сейчас слышу. Да. Спасибо, Виктория, спасибо, уважаемые коллеги. Вот я бы хотел свое короткое выступление начать со слов. Сегодня утром, когда ехал на работу, слушал радио, и в репортаже было сказано, что сегодня проведено успешное испытание среднемагистрального самолета МС-21 в Иркутске с новыми двигателями отечественного производства. И в этом же репортаже была такая фраза интересная, которая, я считаю, абсолютно коррелирует с темой нашего общения, нашей беседы, то, что этот российский лайнер нового поколения возвратит нашу страну в высшую лигу мировой авиации. Все, чем мы с вами занимаемся, в той или иной степени направлено на обеспечение независимости нашей страны, на обеспечение технологической независимости, нашей технологической независимости и в сфере науки, в сфере культуры, образования. В нашем случае мы говорим о технологической независимости российских предприятий, организаций в сфере информационных технологий. Мы говорим о том, что это уже находится в практической плоскости. Интерес к отечественным программным продуктам, аппаратным средствам активно проявляет как государственный сектор, так и организации, компании, такие как финансовые структуры, транспортные отрасли, образование, медицина, другие. Повсеместно формируются планы по переводу информационно-технологических инфраструктур на отечественные суверенные технологии. В основе разрабатываемых программно-аппаратных комплексов самые необходимые отечественные программы для работы специалистов, для автоматизации деловых процессов производства, обеспечения безопасных корпоративных коммуникаций, документооборот. Информационные технологии уже прочно вплелись в нашу повседневность, стали неотъемлемой частью нашей жизни, частью экономики, культуры, образования, всех сфер. И наш университет готовит и видит свою задачу, свою главную задачу – это готовить кадры, готовить специалистов для цифровой экономики, готовить IT-специалистов, которые не только уверенно владеют существующими высокими технологиями, но и способны создать новые. Наши учебные программы строятся во взаимодействии с нашими партнерами, компаниями, предприятиями, с нашими работодателями, теми структурами, куда пойдут работать наши выпускники.
И в этой связи ориентация высшего образования на разработку, изучение и применение именно российских технологий и решений должна иметь один из высших приоритетов. У нас в Московском техническом университете связи и информатики мы начали внедрять образовательные программно-аппаратные комплексы, построенные исключительно на отечественных разработках. И с помощью типового отечественного аппаратно-программного модуля для изучения интернет-технологий, или сокращенно ТМИД, который является плодом совместной работы специалистов базовой кафедры АД, Ассоциации документальной электросвязи, МТУСИ, кафедра называется «Технологии электронного обмена данными», а IT-компания «Базальт», МЦСТ, проходят обучение будущие специалисты по сетевым технологиям. Комплекс построен на российских компьютерах с процессорами Эльбрус и отечественной операционной системе ARI. Комплекс можно использовать в качестве типового и в других профильных российских вузов. Этот отечественный модуль, он разработан и внедрен в учебный процесс, как я уже говорил, на базовой кафедре АДЭМ Ассоциации документальной электросвязи. И мы гордимся, что фактически впервые в нашей стране преподаватели, студенты, аспиранты изучают и исследуют вопросы использования и развития интернет-технологий. И все это происходит полностью на отечественной аппаратно-программной платформе. Что тоже важно подчеркнуть, это я возвращаясь к выступлению Андрея, очень важно, что в этих исследованиях очень большое место в этих исследованиях занимает использование символов национальных алфавитов и доменных имен. То есть это идет фактическая интернационализация доменных имен. Переоценить очень тяжело, и я думаю, что именно внедрение таких комплексов, оно позволит нашим будущим специалистам, ну, так же, как и в случае с самолетами, с другими отраслями нашей экономики и направлениями науки, нашим IT-специалистам занимать все более и более прочные мировые позиции. Вот, я бы хотел, Виктория, отвечая на ваш вопрос, хотел бы еще добавить, что мы сейчас развертываем у себя в университете так называемый научно-образовательный квантовый центр. Ядром этого центра станет также модуль, разработанный отечественной компанией Curate. Этот модуль так и называется, научно-образовательный модуль, который позволит изучать квантовые коммуникации, и квантовые технологии, квантовую криптографию, оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства. Сотрудничество российских компаний с высшей школой помогает решить много проблем, в том числе проблему нынешней системы образования. Это разрыв между вузовским образованием и требованием работодателя. Студенты смогут применять полученные знания на практике, принимать участие в разработке реальных продуктов. Потребность высокотехнологичных решений для всех сфер нашей жизни будет с каждым годом только вырастать. И поэтому правильную подготовку будущих разработчиков и пользователей надо начинать как можно раньше. Вот, я бы хотел подвести черту и передать слово Александру Иванюку, человеку, который имеет самое-самое непосредственное отношение к созданию и внедрению комплекса ТМИ.
Да-да-да, Андрей Юрьевич, благодарим вас. Действительно, тему развития российского софта хотела как раз продолжить, да, с Александром Иванюком обсуждать. Дело в том, что как раз студенты базовой кафедры Ассоциации документальной электросвязи, да, разрабатывают и действительно делают работы, которые способствуют многоязычию на интернет-ресурсах. Поэтому, Александр, вам слово. Вот опять же, какие решения сегодня являются такими прорывными и уже может, чем можно уже гордиться? Ну, в первую очередь следует гордиться тем, что у нас есть программная и аппаратная база для того, чтобы реализовывать все другие прикладные решения. Это уже факт доказанный, и вот как раз внедрение типового отечественного модуля изучения интернет-технологий, которое произошло в прошлом году в ТУСИ, служило подтверждением этому. Потому что не все специалисты, даже из числа организаций членов АД, верили в то, что возможно реализовать такой лабораторный комплекс исключительно на отечественных средствах. Тем не менее, это сделать удалось. И это не какая-то закостенелая вещь, которая застряла глубоко в прошлом. Наоборот, она включает в себя все современные технологии сети интернет, начиная там от базовых протоколов, стабильных TCP/IP, протоколов маршрутизации, заканчивая вопросами доменных имен, то есть системы DNS и электронной почты. И в этом году было введено несколько лабораторных работ в курсе, в том числе и вот лабораторная работа, касающаяся интернационализации доменных имен и вопросов универсального принятия. Хочется поблагодарить организаторов премии Рунет, Координационный центр национального домена сети интернет, который также активно участвовал в этом проекте, экспертов и членов жюри за то, что отметили нашу работу и награды, и это очень приятно. Спасибо большое. Вот. Ну, мне очень хочется отметить работу Координационного центра, на самом деле, и потому что и в вопросах создания и разработки ТМИИТ они специалисты и сам Координационный центр также принимал большое участие. Хочется отметить, что за все годы работы нашей национальной регистратуры отсутствовали сбои какие-либо в этой работе. И это уже большая заслуга. Но сотрудники Координационного центра не только поддержанием текущей инфраструктуры и нормативно-правовой базы вот что занимаются, но они еще занимаются вопросами развития. Активно развивают новые доменные имена, домен.рф. И это очень правильно. Спасибо вам большое за это. У нас твоя небольшая история с этим доменом связана. В Ассоциации документальной электросвязи также присутствует. К сожалению, вот 10 лет назад не успели домен .рф, ad.рф зарегистрировать. И он в очень скором времени оказался зарегистрирован другими людьми. И мы мониторили. Практически все 10 лет. И, наконец, буквально месяц назад домен освободился, чем мы применули воспользоваться. И зарегистрировали домен ad.rf. И теперь это наш будет основной домен, который мы будем использовать в публичной плоскости. Он, конечно, гораздо нам ближе, принятнее и приятнее, как к общественному государственному объединению. Вот. Поэтому вопросы в части... Мы смогли внести свой небольшой вклад в поддержание национальной доменной зоны кириллической. Ну что же, Александр, спасибо вам огромное. Вот мы поговорили о том, что в IT-отрасли действительно вот особенно важно, чтобы разрыв между академическим образованием, да, и практической работой в отрасли, он был минимальный. Да, вот мы видим, что это так и происходит, но не менее важны для дальнейшей работы жизни, да, доменных имен, важны технические мощности и вот это развитие вообще доменной зоны РФ. Вот и в этой связи я хочу как раз передать слово Светлане Лиенко, да, она с нами на связи, это хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор rec.ru. Светлана, вам вопрос как раз хочу адресовать о том, как же, насколько востребован домен. Но мы сегодня уже видели и слышали разные исследования, насколько развивается доменная зона, да, .рф сегодня. Как доменные имена, так и электронная почта, да, и каковы перспективы развития дальнейшего, хочется от вас услышать. Да, Виктория, спасибо большое. Коллеги, еще раз всех приветствую.
Действительно, нам очень приятно, во-первых, сегодня вместе с вами подводить итоги. Мы очень любим доменную зону РФ. Мы были первым аккредитовавшимся регистратором в домене РФ. И сегодня мы крупнейший регистратор в этой зоне и продолжаем поддерживать и сам кириллический домен, и его развитие. Уже говорили сегодня о цифрах, но я еще раз хочу показать востребованность доменной зоны РФ. Как мы видим по диаграмме, более 40% зарегистрированных доменных имен имеют хостинг, то есть хостятся у каких-то провайдеров. И это говорит о том, что на них размещен уже или будет размещен сайт в будущем, скорее всего. Почти 20% доменов припаркованы, и более 10% имеют веб-форвардинг, то есть переадресацию на другие действующие, работающие проекты или ресурсы. Таким образом, мы видим, что более половины зарегистрированных доменов уже активно используются владельцами, и тенденция будет, разумеется, увеличиваться. При этом также видно из диаграммы, что есть доменные имена, которые используются только для почты, то есть зарегистрированы, используются специально для создания почтовых адресов. Всего на домене РФ 220 338 почт. В сравнении с доменом.ru, наверное, может показаться, что это немного, но на самом деле это очень большое количество с учетом того, что, во-первых, возраст домена РФ и особенности домена, то, что он кириллический, и особенности использования самой почты. Существуют некоторые проблемы в адаптации почтовых адресов на кириллическом домене. С момента создания интернета современного в 1980-х годах рабочим языком сети был английский, и все почтовые сообщения, вся переписка в почтовых сообщениях производилась исключительно с набором символов ASCII, в состав которого входят только прописные строчные буквы латинского алфавита без диакритических знаков, то есть, например, точки в букве «ё» и подобные знаки. При этом во всех остальных письменных языках есть символы и необходимые символы, которых нет в наборе ASCII. И на данный момент сегодня в каждой стране мира существуют пользователи электронной почты, которые общаются на множестве языков. И проблема адаптации почты, в том числе кириллической, она действительно очень важна. Unicode позволяет преобразовать эти символы, а интернационализированные почтовые адреса позволяют использовать символы Unicode, в том числе символы Unicode в кодировке UTF-8, в названиях, ну, в почтовых адресах, да, в электронных почтовых адресах. Также существуют на данный момент технические сложности в использовании почтовых адресов. Например, Google показывает первую фазу принятия, то есть он позволяет принять почту с кириллических доменов, дает возможность на нее ответить, но возможности создать полностью кириллический e-mail нету. Все крупные почтовые сервисы, такие как Яндекс, Google Mail, позволяют создать аккаунт только формата латиница, собачка, кириллический домен. Так как зона развивается, создаются новые сайты, проекты, то, конечно, важно предоставить пользователям кириллических почтовых адресов возможность использовать почту полноценно. Уже было здесь сказано про проект «Поддерживаю РФ». Еще раз скажу, что проект «Поддерживаю РФ» — это проект развития экосистемы поддержки доменных имен и почтовых адресов на национальных языках, в первую очередь в кириллическом домене РФ. За 10 лет истории домена многие продукты и сервисы, ну, да, начали работать с кириллическими сайтами и почтами. Но еще немалое количество программного обеспечения, которое не полностью поддерживает их. И мы совместно с проектом «Поддерживаю РФ» создали тестовый стенд на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом. Он состоит из почтовых серверов, которые полностью поддерживают кириллическую почту, то есть до и после символа собачки. Смысл всего этого в том, чтобы для развития взаимодействия с разработчиками программного обеспечения, приложений и сервисов, которые хотят реализовать универсальное принятие. Именно им будет предоставляться этот тестовый стенд и кириллические адреса. И, возможно, это будет по запросу или в рамках хакатонов.
И в перспективе у пользователей виртуального хостинга появится также возможность создавать кириллическую почту. И будет отлично, если такая возможность создавать интернационализированные почтовые адреса будет доступна пользователям уже в следующем году. Спасибо. Ну что же, Светлана, огромное спасибо. Вообще, я хочу сказать всем огромное спасибо нашим участникам нашей пресс-конференции сегодня. У нас, к сожалению, не так много времени остается, мы должны завершать. На самом деле, вопросы, которые были от журналистов, вот так или иначе прозвучали ответы. Действительно, мы сегодня поговорили о развитии кириллической зоны в интернете. Мы отметили те самые флагманские домены, которые действительно являются такими локомотивами в развитии русскоязычной кириллицы, вообще присутствие в интернете. И мы увидели, что другие домены также набирают обороты. Я, в свою очередь, пользуясь случаем, вот ваше сообщество поздравляю с десятилетием домена РФ, с этим юбилейным годом. Так что я думаю, что на других мероприятиях в агентстве ТАСС прозвучат. Мы обязательно спросим у вас о перспективах развития, да, на, ну, скажем так, на десятилетку, а может быть, так скромнее, на следующий год хотя бы. Вот. Поэтому, уважаемые спикеры, всех была рада видеть в онлайне, хотя, безусловно, надеемся и на офлайн общение. Ждем этого момента. Спасибо всем огромное и спасибо нашим зрителям, которые нас смотрели в онлайне. Наше мероприятие завершено. Всего доброго. До свидания.